какая прелесть. Псих, это Эмерсон. Мы получили информацию, тебе стоит взглянуть. После взрыва ракеты камера у Нила прекратила передачу, но на последних кадрах мы успели кое-что ухватить. Принял, босс. Максимум брони. Мы уже засекли аварийный маяк Онила. Задача номер один — контейнер. Все снимки могут дать ответ на вопрос, что в нем и куда его везут. Из радиопереговоров корейцев следует, что они собираются обследовать разбившийся самолет. Ты должен добраться до него раньше них. Маскировка активирована. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Маскировка активирована. Максимум брони. Достаточно. Максимум брони. Командир, это Сьерра-2. Прошу помощи. Ответьте, командир. Сьерра-2, это командир. Запрос принят. Подождите немного. Передаю его в эскадрилью. Отбой. Понял. Онил, ты это сделал? Что значит «я это сделал»? Еще бы я этого не сделал, черт возьми! Сьерра-2, это командир. Направляйтесь к точке сбора танго Папа-7-0. Никак нет, командир. Это место кишит корейцами. Пришлите спасательный самолет. Отказано, Сьерра-2. Максимум. Ваш приказ? Вашу мать! Я один с пистолетом против целого отряда корейцев! Пришлите чертов самолет! Следуйте полученным приказам, Сьерра-2. Я скоро буду, приятель. Без паники. Псих, камера должна быть на катапультируемом кресле пилота. Доберись до нее прежде, чем корейцы ее уничтожат. Маскировка активирована. Максимум брони. Там что-то есть. Как насчет пилота? Он Нилом займется воздушный отряд. Твоя задача – захватить контейнер, а не проводить спасательную операцию. Я могу сделать и то, и другое. Твоя миссия слишком важна, псих. Я выберусь. Ты там держись, Онил. Я приду за тобой. Отлично, это твое дело. Но после выполнения миссии ты будешь действовать в одиночку. Я не смогу обеспечить тебе поддержку. И не думай, что на острове у меня нет других отрядов, способных выполнить эту работу. Максимум сил. Сайкс! Сюда! Спасибо, Сайкс. Летит тебе за неповиновение, парень. Есть еще новости?
Я видел несколько стычек, когда снижался. У нас есть там какие-то отряды? Ничего о них не знаю. Это проект 914. Такой груз. Класс Дельта-4. В прошлом веке советы продали его прототип корейцам. Прямо музейный экспонат. Стойка. Мне тоже, брат. А что? Он был безоружен. Некоторые правила я соблюдаю. Расчетное время прибытия 10 минут. Сьерра-2, это гриф 1-4. Вы здорово опережаете график. Центр готовит воздушный удар. Расчетное время 70 минут. Подождите, пока мы не расчистим местность. Никак нет, 1-4. Мы в опасности, долго не протянем. Срочно требуется эвакуация. Понял, Сьерра-2. Центр, это гриф 1-4. Направляюсь к пункту танго Папа 7-0. Будьте внимательны, мы снижаемся. Местность небезопасна. Джестер и Ацтек погибли в бою. Пророк пропал без вести. Черт! А другой парень? Номад на другой стороне острова. Так вы с Номадом теперь сладкая парочка? Скажем так, бывали у меня напарники и похуже. Пошел ты, старик! Это должен был быть я, и тебе это известно. Черт, сколько же корейцев на этом, мать его, участке! Гриф 1-4, ответьте, что видно сверху? Хищник, это 1-4. Корейцы подняли тревогу по полной программе. Объекты движутся со всех сторон. Похоже, кто-то предупредил их о вашем приходе. Понял. 1-4. Черт, они открыли огонь! Отбой, мы уходим, здесь слишком опасно! Псих, есть идеи? Не останавливаться, продолжать движение до тех пор, пока не выясним, что случилось с нашим транспортником.
километре на юг от твоей позиции. Но ему худо. Кто-нибудь из вас может вести транспортник? Оба можем. Отлично. А теперь вытащите нас отсюда, как угодно. Эта штука долго не протянет. Я пошел. Встретимся у самолета, засранец. Обстановку, немедленно! Здесь повсюду эти чертовы корейцы! Минимум два отряда, до зубов вооруженные гранатометами! И думать забудьте о том, чтобы выбираться отсюда, пока мы не расчистим место приземления! Ну что, пора за работу! На юго-востоке кто-то шарится в зарослях! На той горе гранатометы! Следите за периметром! Корейцы еще живы! Мне нужно свободное пространство, чтобы поднять самолет! К оружию, парни! Ну, ребята, руки в ноги! Начинаем зачистку! Черт, как мне все это осточертело! Они 5 минут не могут продержаться в воздухе! Контакт потерян. Найти его, живо! Корейцы на западе! Идут снизу! Кто-нибудь сбросьте эту связку по линию! И стройте им дорогу! Там! Достаточно энергии. Атаку! Давайте его! Маскировка активна. Вперед, не отступай! Максимум брони. Место приземления расчищено. Забирайтесь в транспортник. Уходим. Всем подготовиться к эвакуации! Эмерсон, мы готовы эвакуироваться. Данные с камеры загружаются. Ситуация изменилась, псих. На съемках со спутника видно, как корейцы загружают эту бочку на подлодку. Скорее всего, они собираются переправить боеголовки к нашим судам. Как только субмарина пропадет с радаров, все кончено. Мы не сможем отслеживать их передвижение. И в следующий раз услышим о них, когда военные корабли в Лексингтоне взлетят на воздух. Начинайте операцию. Да, мэм. Максимум скорости.
понял корейцев. Есть альтернативные маршруты? Никак нет. Вот дерьмо. Я буду помогать тебе с воздуха, пока могу, хорошо? Погоди, я спущу тебя с небес на землю. Так, что еще новенького? Внимание! Корейцы впереди перекрывают дорогу. Не дайте им застать вас врасплох. Чтобы добраться до подлодки, вам придется просочиться вон в ту гавань. Она серьезно охраняется. Заходите с фланга. Маскировка активирована. Достаточно энергии. Маскировка активирована. Максимум брони. Субмарина все еще в гавани. Грузовые люки плотно закрыты. Она вот-вот отчалит. Как нам забраться в нее? Надо подключиться к корейской военной сети в гавани. Подключитесь к ней, и я посмотрю, что можно сделать. Контейнера нигде не видно. Должно быть, боеголовки уже погрузили на подлодку. Максимум скорости. Корейцы тащат снаряжение в одно из строений. Я засек их с одним из тех электромагнитных гранатометов. Проверьте. Максимум скорости. Максимум брони. Вот он где! Смотрите! За ним! Терминал, который вам нужен, расположен в одном из сборных домиков у северной стены. Берегись!
сражайся как мужчина! Ложись! Можешь открыть люки? Я хочу взломать их аварийную систему. Тогда я смогу запустить пожарную тревогу прямо отсюда, и люки откроются автоматически. Отлично. Контейнера нигде не видно. Должно быть, боеголовки уже погрузили на подлодку. Корейцы вокруг вас зашевелились. Пока мы с вами беседуем, их вертолеты подтягиваются к вашей позиции. Как это могло случиться? Думаю, это по моей вине. Я вломился в их систему безопасности. О'Нил, немедленно возвращайся на базу. Твоя помощь не требуется. Мне не нужен очередной синий код. Мэм. Нет, она права. Лучше будет, если я верну транспортник на базу. А ты там не подкачай, слышишь? Псих, субмарина может отплыть в любой момент. Через считанные минуты вся местность будет кишеть корейцами. Так что твой единственный шанс пробраться на борт. Максимум скорости. Максимум брони. Достаточно энергии. Thank you.
Агангжу. Я британец, ты балбес! Балбес? Идиот! Когда мы подгоним костюм, он может слегка сжать. Как тиски, только хуже. Пока костюм не растянется, боль будет невыносимой. Между кожей и костюмом появится зазор. Если его уменьшить, будет натирать. А если нет, то он начнет отрывать кожу от мяса. Я военнопленный, выродок! Мы уважаем Женевское соглашение. Однако нанокостюм не официальная униформа. Это сводит на нет все твои права. Суперму ненгежи.